Всем доброе утро, зрители, подписчики. Мы начинаем наш влог. Сегодня у нас 28 аккуратнее. 28 число, у нас пятница. Время сейчас 8:30 утра. Мы ведем Веронику в садик. И затем отправляемся с Илюшей в школу. Да, Илья? Здравствуйте. Меня зовут Алексей Спульман. Я не пойду в школу. Буду в саде причесывать. У меня же там нет расчески. Расчески? Нет. А где расческа? Я, по-моему, забирала. Не забирали мы расческу. Пошли, Вероника, пошли, уже все равно возвращаться некогда. Достану этот крыляный мальчик, который с утра... С утра еле подняла, что одну, что второго. Но Владик еще нормально встал. Он уже уехал на тренировку. А эти два зяблика... Давай скорее, телек. Время у нас всего 10 минут, 15 минут осталось. Вот так вот, 15 минут осталось доехать до школы. Да. А ты еле-еле ползешь. Второй класс, шилопопе. Так, ну что? У нас время уже 4:00, ха-ха-ха. А? 4:00, да. Да, у нас сегодня такое... Так интересно получилось, мы приехали сегодня в школу с Ильей. Представляете, только вылезли из маршрутки и рванул ливень. Ну, конечно, не ливень, но такой сильный дождь. Мы с Ильей бежали просто, я думаю, там поснимать. Ну, смысл снимать, во-первых, подождем. Там такое сплотворение народа, просто народу куча везде. Родители, дети. И, конечно, знаете, и этот бред, честно, вот реально вывел из себя. Сегодня многих очень родителей, там даже некоторые переругались заучим. У нас отдельный вход в школу, вот, например, у нас был там, да, когда мы ходили в том году, заходили, там первые, вторые классы, третьи, и вот сейчас там сделали каждый вход, например, там у нас было, например, там несколько первых классов, несколько вторых классов, несколько третьих классов заходили в этот вход. И представляете, вот идет, когда мы подошли уже, да, пошел именно ливень, реально ливень. Мы подошли, когда мы на крыльцо зашли уже в школу, когда ливанул ливень сильный. Когда мы приехали, еще был нормальный, мы даже с тобой добежали еще до школы. Ну, а что, мы даже не добежали вообще, если бы сильный. Ну, если сильный был, то не добежали, конечно бы. Ну, ладно, не в этом смысл. Смысл того, что дети стоят в одной толпе, родители стоят в одной толпе, и тут вышла завуч и начала кричать: «Соблюдаем дистанцию детей друг от друга подальше!» И, короче, в итоге наших детей, чтобы они могли зайти так вот через дистанцию, выпихнули практически на улицу, то есть под дождь, под ливень, потому что, видите ли, дистанция не соблюдена. Родители начали возмущаться: «Вы что вообще творите? Вы что делаете?» То есть вы детей выкидываете под ливень, как сзади какой-то дистанции, которая вообще уже смеху подает. Подобно, когда дети постояли все в одной толпе, когда дети там уже все перездоровались, переобнимались. Короче, это настолько было дико, настолько было смешно, там такой: «У нас приказ, какой нафиг приказ, на улице поливает ливень, дети на скуле стоят мокрые, с них течет, а вы типа дистанцию, да, там вообще там до припадков реально дошло». Да, ладно, благо вы их хоть сразу забрали, детей, в этот, в класс. Ну, туда убили. Родители стояли, ждали больше часа детей на этом крылечке. Короче, вообще. Больше, Илья, вы зашли и вывели, вы зашли, было 10 минут, даже минут 5, наверное, назад, вывели вас уже минут 15, 11 только. Хотя должны были до без 10. Раздали новые учебники. Сейчас покажу вам, что у нас тут новые учебники. Это у нас два учебника русской литературы, которые мне пришлось докупать Владику, чтобы сдать, потому что у меня есть Гердочка, да, еще только учебники в том году Владик получил. Они их очень вкусно погрызли, Герда их очень вкусно погрызла. То есть учиться по ним можно было, но сдать такие учебники нельзя было. Поэтому мы сейчас купили учебники за 6 класс. Точнее, вру. Да, да, правильно, за что. Когда только получили. Но это Илюшины учебники, окружающий мир 2 класс, математика 2 класс, литературное чтение и русский язык. То есть рабочую тетрадь нам сказали не покупать, все нам раздадут.
бесплатно, что огромный плюс. Но это два учебника нужно доздать, которые Герда полакомилась. Покупала на Авито с рук у людей. Так, время у нас 4:20. Сейчас побегу забирать Вероничку из сада. У нас не очень давно закончился дождь. Пролил очень-очень. Най, поигралась? Хорошо время провела? Ага. Ну, замечательно. У тебя моя зайка нарисовала маме рисунок, даже подписала. Умница моя девочка. Забрала Ничку, даже еще не покушали они. Всем привет, мы продолжаем наш влог за пятницу. Сегодня у нас суббота, и время у нас уже 4 часа. Мы полдня не снимали, потому что нужно было сделать кое-какие дела. Плюс Илюшка сегодня на тренировке у нас с утра, да, Илюшкин? Илья, не у, дети, миритесь. Подцапались с Вероникой, как обычно. Это уже просто нормально у нас. Из-за всякой ерунды ругаться и цепляться. Не ломай стулья, Илья. Пожалуйста, психушки свои показываете. Пообедали, Владик ушел гулять на улицу, а я сейчас решила испечь пирог по рецепту одной из наших подписчиц. Она мне скинула рецепт, и я попробую его сделать, потому что, в принципе, рецепт тоже очень довольно интересный. Посмотрим, что мне получится. Я сейчас подготовила все, что для этого нужно. Яйца, сахар, какао, порошок, мука еще не просеянная, молоко, масло подсолнечное и разрыхлитель теста. И знаете, я попробую сделать его так же, как и в рецепте в мультиварке. Первый раз я никогда не делала выпечку в мультиварке, но вот честно, то есть как-то никогда не было в этом нужды, никогда не доходили руки до этого. В этом рецепте именно идет выпечка именно мультиварки, и не хочется отходить от рецепта, потому что первый раз сделаю, не дай бог, что-то не получится или получится не так, поэтому попробую сделать именно тоже так. Так, все, начинаю делать, посмотрим, что выйдет в итоге. Так, ребят, пока мой торт еще, точнее, пирог пока еще пекется, я решила показать вам масло, которое мы сделали дома сами. Вообще, честно, масло бомба, просто в прямом смысле этого слова. Очень-очень вкусно, но это считается полностью веганское масло. Сюда мы добавляли, получается, миндальную муку, кокосовое масло. Вот такого плана мы покупали рафинированное кокосовое масло. И, правда, его уходит много, его уходит почти полбанки. Вот такого вот. Дальше куркума, соль, соевое молоко. Ну, соли там совсем чуть-чуть. Что еще? Миндальную муку я назвала, да. То есть застывает оно не в холодильнике, не в морозилке, застывает прямо в холодильнике. Единственное, что просто на будущее нужно будет купить формочку такую красивую специальную, чтобы это пока сделали в том, чем было. Первый раз на пробу. Обалденный получается. И, конечно, еще цвет, мне кажется, зависит от муки, потому что чем, наверное, дороже мука, миндальная мука, она и так очень дорогая на самом деле. Но я знаю, что есть мука более светлая, то есть в зависимости, наверное, от этого будет она намного светлее. То есть просто я где-то видела, даже белая получается. У нас мука была не очень дорогая, поэтому, возможно, получился такой цвет. Хотя еще и куркума добавляется, естественно, дает тоже желтизну. За то, что только что ушел Сережа, и примчались мои дети с улицы. Нагулялись, зайки? Да, очень. Ну, хорошо. Молодцы. Сами по себе дети, которые гуляют, да, у меня? Как бывает, кошки сами молодцы. Я видела, в колесе, что ли? Так, я поставила еще, кстати, пирог буквально на минут на 10. Включила только что, потому что пропекся хорошо, но верхушка немножко мне не нравится. Сейчас будет буквально 5 минуток, еще буду вытаскивать. И мы получили посылочку с Озона, как раз Сережа в дверях, можно сказать, встретил курьера. Заказывали, сейчас покажу, что мы заказывали. Так, это у нас биты. Вот шуруповерт. Это у нас триммер. Сергей себе заказывал, у него раньше был, пока Таня не окунула его в воду случайно. Как-то так. Тут под брови, в нос, короче, насадки идут. Кстати, я поняла, что даже можно под воду его опускать, видите? Так, это у нас сам шуруповерт. Почитали по отзывам, что очень хорош, то есть для домашнего использования вообще, блин, тяжелый. Хорош
Сначала Сережа что-то другое выбрал, потом этот пришла по отзывам. Там правильно, там был с насадками уже полностью, то есть не отдельно вот эти биты были, а с насадками. Но их очень быстро разобрали. И взял, короче, вот такую штуку. Теперь дособеру наши шкафы, которые еще не дособраны. Так, биты вот так кладем на место. И сейчас скажу, что еще. Заказала такую машинку для... Я хочу выключить дома Сергея. Фирма. То, что долго выбирали, смотрели, то есть, чтобы именно... Естественно, это не профессиональные, а для дома просто стычь Сергея пойдет. Скорости, точно осадки. Тройка, шестерка, девятка, двенадцатая, пятнадцатая и даже 21 есть. Так, здесь у нас получается шнур для зарядки, маслица для смазывания и кисточка чистить машинку. Вот так вот как-то. Так, и пирог наш готов. Вот эти дырочки я проделала уже специально, когда проверяла. И сейчас буду делать их еще больше. Смазывать их мука. Смазывать остатками, которые у нас остались, короче, от какао. Она не дает себе, попробую заново. Так, ребят, ну что, мы выползли на улицу. Спасибо всем большое, кто был на трансляции, кто писал комментарии. Мы еще вышли гулять с Гердой, пришел как раз Владик с улицы. Мам, смотри, аккуратно, ты вользаешь. Что такое, Владик? Больно. Да ладно. Ну, давай, больно. Давай, ты хочешь пройти, пройти ее полностью, давай. В чем дело? На улице хорошо. Аккуратно, если обычно, если не дурацкие комары, вообще все прекрасно было бы. Да они как-то из-за сборки, сейчас Владик все поломает. Я боюсь, что я упаду. Так нечестно. Не. Никто ты... не говорил, как пройти. Нет, ты говорил, как пройти на руках, ты сказал. Так я не говорил. Блин, так нечестно, мне молоко в руках неудобно. Мама, я... Что ты, Вероника, пищишь? Блин, я хочу так, но я боюсь. А не можно так? Как? Как Ладик? Да. Иди так аккуратно, чтобы не свалился. Пищалка. Владик, потише, пожалуйста, ребят, посмотрите, что у меня получился за пирог. Не знаю, как он внутри, насколько он будет пропитан. Но надеюсь, что хорошо, потому что очень много добавляла. Дырочки делала специально, чтобы все прошло внутрь. Чтобы пирог хорошо пропитался. Сейчас посмотрим, что у нас там внутри. Нет, надо будет все равно камеру выключить, неудобно доставать. Хотя... Возможно, и удобно. Сейчас попробуем. Ну да, без проблем. Вот так вот у нас внутри. Сейчас посмотрим. Ладик, иди пробуй, зайка. Вот так. Аппетитно выглядит. Главное, чтобы он был не сухой. Так, ну что, у нас тут вышли наши крыски погулять. У них здесь романтика. Посмотрите. А, отвернулась. Я начала снимать, отвернулась. Мышки такие были вылупленные глаза, типа, что такое происходит, не поняла я. Мышка, нельзя! Что? На тебя? И такое бывает. И такое бывает. Можешь помочь? На меня уже как не сали. Ник, аккуратненько, подними, зайка. А там у нас... Романтика. Муся сидит и внимательно наблюдает за всей картиной, которая происходит здесь. Скажет, что такое? Еда ползает. Мам, смотрите, мам. Ну что ты делаешь? А ты на мой стиль. Ой. А ты моя богиня, мама. Дайте я на ее на голову свою. Не надо, Илюш, ну дайте им побегать. Вы их на свои головы... На... Масенькие, масенькие. Как я могла раньше вас бояться и не любить? Прямо не понимаю я этого. Так, ладно, на этом будем заканчивать. Илья, заканчивать наш сегодняшний влог. Да? Завтра уже 30. Как вам торт, скажите? Романи. Не сухой. Не сухой, пропитанный, мама, вкусно получился, да? Это самое. Завтра уже 30 число. Да, и скоро в школу. Нет, наверное. Нам же надо стихотворение выучить, Илюша. Думаю, я буду. Так, все, ладно, на этом заканчивать наш влог. Всем хорошего просмотра, настроения. Куда ты идешь? И всем пока-пока. Отпусти крыса. Ой, больно. А романтика.